Друзья, всем привет! Меня зовут Елена, и вы на канале о вышивке. Месяц назад я вышила свой дизайн от Chatelaine, Rosarium Mandala, дизайнер Мартина Вебер. Вы видите сейчас превью этого дизайна, но на самом деле влюбилась я в этот дизайн только после того, как я на сайте chatelaine.d увидела внизу отшивы этого дизайна, и он мне очень-очень полюбился, понравился, и захотела его также вышить. Вот посмотрите название и артикул. Дизайн 166 The Rosarium Mandala от Chatelaine. Что интересно, сам дизайнер предлагает сюда основу вот таких цветов. То есть это должен быть 32 или 28 каунт, кремовый, черный, яркий, светлый голубой или светлый sunlight yellow, то есть такой солнечный желтый. Честно говоря, вот все варианты, которые здесь предложены, очень-очень сильно сомнительные, на мой взгляд, потому что настолько светлые ниточки, что они просто, мне кажется, с основой сольются, если выбрать там светлый голубой, светлый желтый, черный. Да, на черном это все будет хорошо смотреться, но опять же, мне лично черный цвет основы для дизайна в Chatelaine совершенно не нравится. Мне кажется, что цвета ниток теряют свой цвет, свою... Не знаю, в общем, мне не нравится, как нитки смотрятся на черной основе, и к тому же это очень сложно вышивать. Так-то дизайн непростой, если вышивать его еще и на черной основе, не знаю. Я лично не стала бы. Поэтому посмотрите, пожалуйста, мое первое видео об этой мандале, где я рассказываю о основе и показываю, какие бы цвета основы сюда подошли, на мой взгляд, и что бы я сейчас выбрала, если бы мне пришлось немножечко все вернуть назад, да, и снова вышивать этот дизайн. Хочу уделить немножечко внимания самой схеме. Я выбрала для себя распечатать именно цветной вариант. Почему? Потому что таким образом, так как ниток очень много, цветов очень большое количество, и в цветной схеме я хотя бы понимала, какую ниточку мне искать, да? То есть у меня не было никакой особой организации, я вышивала с бобинок, к тому же ниточками ручного окрашивания удобнее вышивать все-таки. Ну, на органайзере использовать сложновато, потому что вы выдергиваете две одинаковые ниточки, на конце у вас петельки нету, да, и закрываете каждый крестик. Сложновато это все организовать, поэтому таким образом на цветной схеме я хотя бы видела, да, что эта нитка зеленая, и мне нужно смотреть в каких-то зеленых цветах. Также я рисовала значки на бобинках для того, чтобы тоже это все было максимально просто и быстро находить. Но вот цветная схема в этом деле спасает. В принципе, по ней вышивать очень удобно. Я заказала печать в агентстве, где печатают листовки. Забыла уже, как называется. И, в общем, мне распечатали на такой плотной бумаге на формате А3. Мне распечатали 4 вот таких листа. Я тут уже обрезала лишнее, да, и была середина. Центр, то есть, собственно, схема, центр, с которой я и начинала вышивать этот дизайн. Все очень хорошо видно, здесь достаточно много крестиков, это такая достаточно трудоемкая часть была. Ну и вот такие у меня 4 части, по которым я уже вышивала все остальное. И сейчас я вам покажу, что получилось. Вот таким вот образом мне пришлось расположить вышивку для того, чтобы всю ее показать вам. То есть я выдвинула стол, его полностью разбрала, поставила поближе к окну, устроила тут даже 2 лампы настольные для того, чтобы еще зажечь их. Ну, посмотрим в процессе съемок. В принципе, цветопередача хорошая. Немножко буду показывать и рассказывать. Сразу скажу, что немножечко у нас освещение меняется, может быть, чуть-чуть изменения. Я вышивала здесь все не по ключу, то есть вы видите дизайн вышитый не по ключу в некоторых моментах. То есть оригинал, конечно же, смотрится немножко по-другому. Что я делала и что не делала. Кое-где я не делала кое-где я не делала бэкстич, там, где он идет, например, вот в этих листиках. То есть мне казалось это каким-то нагромождением, и там, где вот эти нагромождения были, я от них отказалась. То есть мне казалось, что кажется, что так смотрится лучше, поэтому я делала так, как я считаю нужным. Где-то я не вышивала какие-то стежки, например, в рамке. Я тут полностью ее изменила и дошила бисер, на свой взгляд. Тоже вам подробнее покажу. Где-то меняла нитку, потому что она как-то не так ложилась, как мне это нравилось и как у меня получалось. Мне не нравились эти переходы в этом орнаменте, и поэтому я ее заменила. Где-то я совершенно случайно, нечаянно перепутала бисер, весь его вышивала, да, и не стала перешивать, не стала переделывать, потому что, в принципе, на мой взгляд, это не испортило дизайн. Где-то я не пользовалась стежками, теми, которые рекомендовал дизайнер для, вот, например, вышивки серединки. Здесь должна быть Джессика. Я ее попробовала сделать, мне показалось, что это слишком трудоемко, разницы никакой, соответственно, я вышила, это называется Rounded Rodas Stitch. В общем-то, во многих моментах делала так, как мне казалось в данную минуту, что нужно сделать, соответственно, так я и делала. Это уже интуитивно, уже по ходу дела, то, что я видела, то и происходило с этим дизайном. Вообще, конечно, когда я положила работу и вот приготовилась снимать видео, у меня такой небольшой ступор, потому что работа огромная, я потратила на нее достаточно много времени, и как бы все сказать в одном видео сразу, подробно, чтобы всем было интересно. Вот так сложно, на самом деле, что-то, как-то все это продумать, да, и к тому же я не пишу никогда сценарий, так продумываю планчик, по которому я буду рассказывать. Вот, в общем, это достаточно сложно. Надеюсь, что мне удастся все вспомнить и рассказать в этом видео. Вышила я ее в апреле. Я даже вот здесь сделала подпись, ну, такими светлыми ниточками, что апрель 2019 года, чтобы не забыть. Так что при ближайшем рассмотрении это будет видно. А так, конечно, не особо заметно, но не хотелось, чтобы бросалось в глаза. В общем-то, давайте начнем из центра. Естественно, отсюда я и начала. У меня были не все ниточки, но я уже смогла немножечко просчитать внимательно центр. Я это делала на несколько раз для того, чтобы потом, да, дошить ниточками, которые у меня доедут. И, в принципе, начала вышивать. Об этом не пожалела, потому что, допустим, центр, ну, такая достаточно трудоемкая, большая деталь, да, смотрите, вот она где-то в ладошку. И здесь достаточно много крестиков, то есть есть чем заняться, что повышивать, пока едут остальные материалы. Вот. Также здесь много шовчиков, то есть я сначала вышивала все крестики, потом уже доделывала детали шовчиками и вышивала сразу бисер, потому что у меня дизайн был закреплен на станке, это был станок Серега Мастер, официант 3, с универсальный он, и рама в нем в комплекте шла метровая, специально я заказывала под такие большие дизайны. То есть бисер я пришивала, потом я пришила, естественно, хрусталики, но сделала это зря, потому что когда я подкрутила, у меня некоторые хрусталики вот натяжением отпали. Но я опять же подкрутила во внешнюю сторону раму, а надо было наоборот закручивать ее внутрь, вот так, да. Потом я уже, когда вышивала, я хрусталь не пришивала весь, пришивала только бисер, и потом уже в конце дошила там, где не пришивала хрусталики, для того, чтобы это все было хорошо. Здесь в центре я тоже вот эти, допустим, шовчики вышиты совершенно другой ниточкой, потому что когда я вышила ниточкой по ключу, мне немножко не понравилась вот эта форма такой звездочки, да, я перешила, выбрала другую нитку. Также и вышивальщица, с которой я вот сверялась, смотрела ее отшив и изучала, она тоже выбрала здесь другую нитку для вышивки. То есть на самом деле ничего страшного там нету, просто интуитивно, когда ты вышьешь, попробуешь, и тебе кажется, что это не смотрится, в принципе, достаточно легко это все заменить. Видите, в центре здесь и хрусталиков много. Есть большой вот такой хрусталик, который я пришила через бисериночку. Бисер — это милхил у меня из какого-то наборчика. Я выбрала такой петит золотой и пришила эти хрусталики. Вот он как-то уже подразболтался. Ну, посмотрим. А вот эти кубики, у них я их пришила вот так вот горизонтально. Сначала думала вертикально пришить, тоже через вот таким же образом, через бисеринку, да, но это совершенно не смотрелось. То есть хочется, чтобы он был вот такой, и все. Это, во всяком случае, вот по моему взгляду. Кое-где бэкстич здесь не сделан, вот эти шовчики тоже заменены мной, по-другому вышиты. Достаточно много бисера, много вот этих алжирских глазков, которые, допустим, вышиваются через одну нить, а я сделала в каждое переплетение, потому что так он, мне кажется, более завершенным, а когда он через одну нить, мне кажется, как будто какой-то недоделанный крестик. Ой, не крестик, а алжирский глазок, да, также и здесь, вот вы видите, в каждую клеточку. Ну, в общем-то, достаточно много всего. Значит, затем пошла внешняя рамка, здесь тоже вот идут такие большие хрусталики. Попробую поближе. Большие хрусталики. Здесь Мартина рекомендует... Вообще есть вот эти розочки. Их можно вышить и нитками. Но Мартина рекомендовала в своем описании сделать это лентами. Опять же, ленты в ключ не входят, поэтому мне пришлось покупать их самой. Я выбрала ленты шелковые от Гаммы. Я их вам покажу попозже. И вот вышила вот таким цветом. Опять же, у нас в городе открылся Леонард, да, и там было не так уж много интересных цветов для того, чтобы вышить эти розочки. Вот, я выбрала 3 цвета и в итоге выбрала вот этот. Хотя можно, опять же, было, допустим, вот эти вышить одним цветом, центральные другим цветом. То есть тут все на выбор. Ну вот я сделала вот таким образом. Вышиваются они совсем несложно, очень это интересно получается. И вышила я их в самом-самом конце, для того, чтобы они были, чтобы их не помяло, потому что я перекручивала раму, да. И вот так. Бэкстич тоже здесь сделан совершенно не той ниткой, которая здесь предполагается. И сделан немножко не так, потому что здесь должны быть еще прожилки, но я их тоже не... Ну, в общем, я много-много сделала замен. Вот, например, вы видите следующий ряд. Здесь вот тоже хрусталик пришит. Вот эта ниточка, 2 нитки 502 цвет DMC, а должна быть ниточка перле, которую я не использовала, потому что мне не понравилось, как она ложится, да, здесь такие длинные протяжки. Именно так смотрится хорошо, на мой взгляд, а та нитка, она не хотела так ложиться. Также я совершенно случайно пришила здесь желтый бисер, хотя должен быть вот такой, но оставила, потому что вышила уже все бисеринки. В общем, навертела делов, поэтому вот так. Кстати, мне не хватило розового бисера, вот такого. Вот. Но не хватило бисеринок, наверное, 20. Они пришиваются также вот здесь. И вот внизу мне, когда я вышивала вот эти нижние 2 квадратика с обоих сторон, я вышила желтым. В принципе, тут это нисколько не заметно. Поэтому вышла вот таким образом из ситуации. Не хотелось, конечно, это все заказывать, да, это ждать, это слишком долго, а мне хотелось вышить. Ну, конечно, не очень приятно, когда так происходит, потому что начинаешь нервничать из-за этого, что что-то где-то не хватит, сразу начинаешь смотреть схему, где еще этот цвет используется. Немножечко это так, не очень приятные эмоции, но ничего страшного, то есть можно вышить, если это какое-то непринципиальное место. Можно вышить, и от этого весь дизайн не испортится. Еще что интересно, допустим, вблизи рассматривать этот дизайн мне, конечно же, нравится намного больше, чем когда я вижу всю композицию издалека. Немножко так... Издалека она мне меньше нравится, чем вблизи. Вблизи это прям какое-то сокровище, а издалека, ну, такое что-то непонятное. Но зато хочется подойти и посмотреть поближе. И, наверное, уже, когда ты подходишь, ты начинаешь восхищаться. деталями этой работы. Я сейчас включила освещение лампы, чтобы переливался бисер и хрусталики. Так, мне кажется, интересней. Затем, когда я вышила центр, опять же, такую и верхнюю часть центра, я полностью перекрутила свой дизайн и решила вышить весь верх. Когда я вышила всю вот эту вот часть, одну треть, назовем ее так, работы, да, мне весь дизайн уже стал понятен, и мне гораздо легче и гораздо быстрее пошла вся работа остальная, потому что я, в принципе, попробовала все виды стежков, которые здесь используются, все мне было уже знакомо, понимала, как, где что посмотреть в схеме, и дизайн пошел гораздо легче. То есть я уже просто очень быстро вышила все остальные части, и работа была закончена. То есть больше времени уходит на то, что ты не можешь нормально, ну, сложновато, может быть, и можешь, просто сложновато нормально организовать все материалы, и сложновато то, что ты разбираешься со схемой, долго вникаешь, где что смотреть, и потом, когда ты с этим разбираешься в итоге, работа просто летит, ничего там сверхсложного уже нету. Здесь тоже вот очень интересные вот эти розовые кусты вышиваются. Это такая шерстяная ниточка с переходами от Water Lilies. И вышиваются такие красные, красивого цвета, малинового, так... нет, не малинового, наверное, фиолетово-розового какого-то колючки, а затем пришивается такой интересный бисер. Бисер Delica, конечно, потрясающий в том, что практически вся вот линейка цветовая, она проходит через 26-ю иголочку, и это очень хорошо использовать в дизайне, ускоряет всю работу. Пришивала я бисер крестиком, ниточкой Titan 100. Также вот очень красиво, конечно, переливается бисер рубка. Он такой с гранями. И очень красиво, необычно смотрится. Вот кажется, что они все разного цвета, эти бисеринки, но на самом деле это все один и тот же цвет. Ну и, конечно, главные герои — это вот эти сорта роз, которые расположены в каждой арке. Очень такие красивые. Центр вышит. Здесь достаточно много бэкстича в листиках, в самих розочках. И очень частенько используются французские узелки. Также каждый сорт подписан. И такие прекрасные арки в цветах, в листиках. Тоже они достаточно такие трудоемкие, потому что, ну, достаточно на них уходит времени для того, чтобы их вышить. А уже сами вот эти мелкие детали, это все очень быстро. Вот. Очень мне нравятся вот эти вот розетки по углам мандалы. Тоже трудоемкие такие детали, это вот эти веточки. Ну, здесь, в частности, шиповника, других семейства розовых, да, потому что они вышиваются петитом. Вышивала я их мелко крестиком. И, конечно, много времени на это все уходит, потому что, представляете, каждую там клеточку, их по чуть-чуть, много цветов, и закрепить это все, ну, такое тоже трудоемкое занятие. Ну и, конечно, потрясающей красоты рамка. Здесь много хрусталиков, много бисера, розочки. Вот эти мне очень нравятся детальки. И видите, я здесь пришила бисер. Вот так покажу. Пришила на эту рамку бисер. Бисера осталось достаточно много. Я, конечно, хотела вообще весь его попришивать на этот дизайн, но я понимаю, что это уже было лишним, и это все равно достаточно такая трудоемкая задача, да. Поэтому, конечно, уже там посмотрела. Кстати, что интересно, вот эти вот хрусталиков, их в ключе идет 8 штук. Но я в схеме нашла только те хрусталики, которые пришиваются вот сюда. То есть вот эти вот хрусталики, которые мне здесь очень хорошо так красиво вписались по углам у каждой веточки, они пришиты абсолютно не по ключу. То есть это моя задумка, у меня осталось 4 штуки. Я посмотрела всю схему, я не знаю, куда они пришиваются по задумке автора. Может быть, это какая-то ошибка, но здесь они просто очень хорошо, отлично дополнили вот эту композицию, потому что чего-то не хватало. Хоть и вот этот элемент был вышит, но чего-то здесь не хватало. А тут такой прекрасный бирюзовый цвет, и он как-то просто очень украсил эту работу. То есть они как-то вписались. Мне очень нравится. Вот тоже, видите, все вышито петитом. Все ягодки. Трудоемкая работа. То есть вот эту часть мне удавалось вышить за несколько дней. То есть дня, наверное, 2-3 я могла на это потратить своих вышивальных. Немножко хочу сказать о технических моментах при вышивке. Когда я, вот здесь достаточно много, вы видите, рамок, которые вышиты черным цветом, просто такой полосочкой. Когда я вышивала их сначала в одну сторону полукреста, потом в другую сторону полукреста, но у меня получалась вот эта линия какой-то кривой. И в итоге я попробовала закрывать крестик сразу, и линия стала идти гораздо легче, и она более ровная получалась. Так что просто говорю об этом, может быть, кто-то не знает, да, чтобы вы взяли на заметку, что если вы вышиваете линию, то вышивайте, закрывая каждый крестик сразу, потому что таким образом она получится у вас очень-очень ровненькой. Также здесь присутствует частенько в дизайнах Chatelaine бисер, который такой, знаете, металлизированный, покрыт блестящим таким металлизированным оттенком. Здесь у меня, в частности, такой бронзовый, бронзово-зеленый. Вот, его очень... лучше не слишком трогать руками, потому что это напыление, и оно очень часто облезает. То есть этот бисер очень часто может потерять это напыление, если его очень много трогать. Поэтому будьте осторожны, внимательны. Вот эту информацию я уже подчеркнула, когда мы общались в нашем чате, который организовала Юлия Исайкина. Ее такой совместный проект, как «Вышиваем мандалы» от Мартины. Я забыла уже точное название. В общем, мы в чате общаемся, и, знаете, это очень полезно, потому что много нюансов. Кто-то там рассказывает свой опыт в работе, и, конечно же, это очень помогает. То есть я, когда девочки рассказали об этом, у меня здесь его немного, но я обратила на это внимание, и это действительно так, поэтому будьте осторожны в этом плане. В общем-то, вот такой дизайн у меня получился. Приблизительно, я так посчитала, посмотрела, ушло у меня на это месяцев 9 такого плотного вышивания. То есть, если взять работу от начала до конца, то, наверное, вот 9 месяцев у меня ушло, чтобы это все вышить. Если растягивать, то, конечно же, уйдет гораздо больше. Но, опять же, ниточки ручного окрашивания, которые нельзя стирать, лучше это все делать в один заход или когда как-то уже хранить свою работу правильно, для того, чтобы она не потеряла свой вид. Потому что здесь это сделать очень легко. К примеру, вышивка лентами. Вот сейчас только свернешь, это все помнется. Ну, то есть надо очень аккуратно и сразу, наверное, в ближайшее время это все оформлять. Хочу немножечко внимания уделить рамочке, рассказать вам, то есть вот этой части. То есть здесь должны быть вот такие, вы видите, бледно-зеленые, тут показаны стежки, да, какая-то такая травка вышивается. Я ее делать не стала, потому что я посмотрела отшив одной вышивальщицы, я вам тоже сейчас его покажу. И в итоге мне, так как вот этот бисер, он был пришит по ключу такой, в цвет основы, да, он немножко сливается. Хотелось как-то тут все-таки разнообразить, и я придумала вот эти бисерные цветочки здесь вышить. Немножечко это разбавила рамку и сделала ее более такой красивой. Ну, бисер, в принципе, он тут очень хорошо смотрится. Это вот мой вариант. А вот смотрите, вышивальщица как сделала. Она вообще, вам для сравнения, да, она не стала вышивать кирпичики, которые вышила я. Она прошла просто одной строчечкой и вообще просто сделала вот такую ажурную интересную рамочку. Дошила тут, немножко сделала свой вариант и сделала вот эти алжирские глазки, да, и рамка тоже стала более интересной, такой красивой. То есть ее вариант тоже мне очень нравится. Но я как бы хотела приблизиться все-таки к оригиналу, к тому, что задумал автор. Вышила вот эти кирпичики, хотя, в принципе, вот этот вариант тоже очень красивый и более нежный получился. Ну, а теперь пройдемся по материалам. В принципе, там, где по ключу требуется по 2 моточка ниток, так и есть. То есть один моток полностью закончился у меня, и второй моток начался. Вот, к примеру, даже вот этот вот моточек, ей веточками вышивается. Вот это, например, полный моток. Это я уже так сама их скрутила, да, чтобы они более-менее выглядели. Не очень, конечно, у меня получилось. Но вот, пожалуйста, что осталось от Глорианы. В принципе, остатков достаточно много. Нитки DMC я показывать не буду, потому что там тоже они где-то точечно использовались. Видите, это многоцветная работа. И там, где они использовались, соответственно, по чуть-чуть. Ниток DMC, ну, наверное, черное ушло больше всего, а остальные так по чуть-чуть используют. Вот, смотрите, металлики. Вторые бобинки, вот видите, у меня одного цвета есть по 2 бобинки. Вторые бобинки целые, эти начатые. Опять же, потому что, скорее всего, я не везде использовала в полной мере бэкстич, к примеру, где он там задуман, и какие-то, может быть, еще стежки. Вот этой, по-моему, ниточкой вышивается травка как раз по рамочке, и вот ее 2 бобинки осталось, одна начата, другая полная. То есть металлика много осталось, но он всегда пригодится, потому что это лучший металлик по своим качествам для вышивки, который существует, поэтому он, конечно, всегда пригодится. Так, вот тоже начатый моточек слегка, да, но он полностью остался. Это вот Water Lilies, вот она, такая ниточка Karen Impressions, шерстяная и с переходами. Тоже ее осталось много. Тоже вот единки Dice остались. Вот такие Керона достаточно много. Я уже подумала, что, возможно, я есть мини-мандалы, да, совсем такие небольшие квадратики, сантиметров 10 на 10, они там такие идут. Я уже подумала, что просто можно брать, может быть, такие дизайны. Ну, во-первых, и в примитивах можно использовать, можно брать мини-мандалы и что-то такое подбором именно своим, вот из того, что есть, сделать, вышить. И это будет очень неплохо, потому что, смотрите, и бисера тоже осталось, ну, существенно. На мини-мандалу, я думаю, точно хватит. Конечно, на второй отшив такой большой работы нет, но на мини-мандалу можно что-то такое придумать, собрать, подобрать, потому что цветов много. Вот он такой, про который я говорила, бисер с напылением бронзовый. Да, который лучше сильно руками вот такого типа бисер не трогать. И смотрите, вот они, ленты от Гаммы. К сожалению, почему-то артикул этих лент, именно цвета, он на упаковке, которую я выбросила, то есть она снимается сверху пленочка, и вот на ней есть этот артикул. Я на это обратила внимание уже после того, как я это все сделала. То есть я взяла вот эти 3 цвета, мне кажется, надо было мне еще вот этот использовать, да, там в центре, например, такой, по краю такой. Этот слишком яркий. Неплохая лента, это 4, так, подождите, нет, это 2-миллиметровая лента, использовала я для розочек. И вот этот вот цвет. Артикул цвета я вам не скажу. То есть, в принципе, хорошие шелковые ленты от Гаммы. Очень такие достойные варианты. Надо было мне вот так сделать. Ну ладно. Уже теперь как сделано, так и будет. И вот вы видите материалы, да, которые остались. Можно ими еще вышивать. Ну и в заключении своего видео я хочу сказать вам огромное спасибо за лайки, за комментарии. Хочу пожелать вам вдохновения на вышивку. Хочу вам показать также в конце этого видео небольшой сюрприз, который приехал ко мне из Италии от Арины. Мы с ней общаемся в Инстаграме. Хочу ей сказать огромное спасибо. Обязательно тоже какой-нибудь сюрприз отправлю Арине в Италию. Спасибо за вот эти все вышивальные штучки. Я вообще считаю, я получила не так уж много всяких каких-то таких сюрпризов, посылок от своих подружек. Но знаете, каждое, когда ты получаешь, как-то я никогда не думала, что это так приятно, когда ты получаешь какой-то сюрприз. Вроде бы казалось, такие мелочи вышивальные какие-то, но так это приятно, то есть ты заряжаешься этим позитивом на целый день и даже на несколько дней. Вот, то есть это какая-то такая есть, наверное, должна быть посылка-терапия, когда ты отправляешь кому-то посылку, и она его радует, очень поднимает настроение. Вот, поэтому огромное спасибо, это классная идея, и обязательно надо обмениваться какими-то такими посылками. Очень приятно, что есть вышивальщицы, с которыми и приятно не только общаться и вот так вот обменяться посылочкой. Очень это все мило и заряжает позитивом. Хорошего вам настроения, хорошего лета. Пока-пока.